На встрече руководителей ТОСов с главой города говорили о том, что сделано за последние пару лет. Положительные изменения есть в сфере благоустройства. Жители начали активно участвовать в украшении своих дворов. В этом году самарцы присоединились и к общегородской уборке и общими силами навели порядок на улицах, в парках и скверах. Организовать такую масштабную работу помогали ТОСы. Взаимодействие с жителями идет в непрерывном режиме и сейчас. Каждую неделю у нас проводится заседание Совета ТОС с привлечением, приглашением туда председателей советов домов, председателей СМКД. Мы внимательно выслушиваем обращения всех жителей. До нас доводят все чаяния, все вопросы, все проблемы территории. Практически, я как председатель ТОС и члены нашего общественного совета, и члены ТОС знают проблему каждого дома. Мэр рассказал участникам встречи о масштабных проектах, которые уже реализованы и еще планируются в Самаре. Усиленными темпами идет строительство жилья. По итогам прошлого года по этому показателю город стал лидером в Приволжском федеральном округе. Возводятся новые школы и детские сады, спортивные объекты. Продолжается ремонт дорог. Самара меняется не только внешне. Проведена масштабная реформа местного самоуправления, в результате которой внутригородские районы получили самостоятельность. У нас районные администрации стали самостоятельными. Мы получили районные советы и получили полноценную исполнительную власть в каждом районе. Районы стали юридически и финансово самостоятельны. Это значит, что у них есть свой собственный бюджет, свои источники формирования бюджета, и они могут оперативно реагировать на большинство проблем, которые волнуют население. После встречи с главой города председатели ТОСов проведут встречи с жителями, чтобы рассказать о преобразованиях, которые происходят в Самаре. Лариса Шлафаст, Максим Гусев, «События».